И обычно такие обзоры у меня начинаются типа: «О, пацаны, я тут купил машинку, она такая клевая, покупай, братюня, Джо продался, инфа 100%». Ну типа я купил новый танчик, рассказываю о своих первых впечатлениях, там сыграл 10 боев, бла-бла-бла и все такое. Но сегодня мы не будем это делать. Знаете почему? Потому что пошло на все в жопу. Нахер. Нахер это трендом. Просто мне больше никаких слов нету. Отличная машина. Вынуждена сосать, потому что у 14 долбоебов выросли клешни не из того места, откуда они должны расти. Итак, черевотер. Купил я сегодня черевотер буквально несколько часов назад, твою мать. И что могу сказать? Хорошая машинка. Да, это не СТ. Да, это передвижная протосал. Да, у нас пушка 10 уровня. Да, она косоватая, и движение стрелять вообще невозможно. Но быстрый полет снаряда, классная точность, все хорошо. Все хорошо, кроме самого рендома. Поэтому вместо того, чтобы обсуждать характеристики вот эти вот прекрасные этой тачечки, я предлагаю обсудить немножечко другое. Почему у меня 20, мать его, за ногу процентов побед? Почему? А давайте посмотрим. Итак, смотрим, смотрим, ищем мой первый бой. Халиков, черевотер, первый бой. Да, открываем. Итак, 2300. Отсосил тракт... не супер, да, хуйня на самом деле. Вот. Ну, вот эти вот пацаны 5, 6, 6, 7 уровня. 100, 200, 300, 300, 200, 300, 700. Вот это они меня порадовали. Ну ладно, первый бой, знаете, совсем не бывает. Возможно, я просто не научился играть на этой машине. Давайте посмотрим следующий бой за Полярье. Тащил как бог. Остался в одиночку, против троих практически затащил, но подвела меня башня, которая не ворочается. Что у нас тут? 3600, уже нормальненько, и вот эти вот просто, не знаю, кандидаты на враковое днище. Су-122, 300 урона, 400 урона, 400, 600, господи, на потасал 7 уровня стрельнуть один раз. Не, он 3 раза стрельнул, только один раз попал, красавчик какой, а? Это ж просто паралимпиада инвалидов каких-то. Что Рамиль 1000 нанес, ой, КВ-4 1000 нанес, а натанковал-то он сколько? Красавчик просто. Но, наверное, все еще не так плохо. Давайте посмотрим следующий бой. Так, фьорды. Наконец-то первая. Первая победа вторая степень. Вау, вах, вах. И поддержку мне дали. Что ж у меня тут такое? 3500. Я умер. Ну, и аутисты с нулем урона, как всегда, меня радуют. Красавцы, ребята. Честно, никакого удовольствия, потому что с самый раковый вражеский КВ-3 просто приехал в жопу.